Те, кто остались в университете до время пандемии, они больные, но не коронавирусом, ублюдки. По мотивам произведения «Трое в лодке», насчитая комендантши. Дневник студента на самоизоляции. История тех, кому нельзя выходить за территорию университета. Каждый день администрация берет там температуру. Ровно в 9:00 и не минутой позже. Ах ты, маленький паршивец! 36,5. Пусть живет пока. У нас есть кухня, но там нет плиты. Зато есть две микроволновки, которые правильнее было бы назвать адскими мини-жаровнями. А ты уверена, что кекс нужно на 5 минут? Да, чтоб не провалиться. Прошло 20 секунд. Следующий раз на 2 секунды поставим. А нет, спасибо, я уже наелась. Праздники отмечаем мы тоже вместе. Мухаммад. Досан. Ислам. Да заходи уже. Шахризода. Христос воскрес. Воистину воскрес, сестра. Безудержное веселье. А по вечерам мы играем в мафию. Говорят на английском. Говорят на узбекском. И не дай бог кому-нибудь покинуть общежитие без разрешения коменданта. Куда пошел, мать твою? А ну иди сюда. Ты решил ко мне лезть. Поймаю тебя и всю твою семью. Мерзавец, негодяй, гад. Представленные сюжеты являются художественным вымыслом и не отражают реальное положение в нашем кампусе. Наверное.